самому музей кактуса. Везде очереди, везде людей куча. Кактусы. Вход в сад кактуса стоит 6 евро. Какой цветок причем. Деревья, а не кактусы. Когда-то я тоже кактусами выращивала. Много-много видов было у меня в школе, когда еще училась. Но как хорошо, что они у меня были все маленькие, не таких размеров. Солнцеобъектив. Кое-какие огромнейшие. Деревья, это не кактусы. Крупнейшее дерево.
как шишечки похожи. Такие пушистики, мне нравятся. Озеро с лилиями. И маленькие рыбки. Так, сейчас посмотрим, где они красивые, декоративные. Плохо видно. Золотые рыбки. Здесь тоже рыбки. Кактусы продают, но цены на них поставили, конечно, грандиозные. Ух ты. Ну, лучше всего деревянный. Поливать не надо. Семена кактуса. Попробую их вырастить, семян еще. Кактус как лиана. Вьется по стенке. Какой-то трубчатый. Дерево, настоящее дерево, а не кактус. Высота какая. Вот кактус, как ананас. Ничего. Этот тоже по стенке идет, по камням. Вот. Этот кактус мне такой нравится, как цветет. Такие грозди красивые. Общественные туалеты.
вулканических кактусов. Ой, какой медвежонок, а не кактус. Они цветут еще. Пушистик в колючках. О, нашла. Такой у меня был. Он хрупкий такой. Сыпается. Тяжелое выращивание. А тут растет. Ну, алоэ, это понятно. Причудливый кактус. Yes, they look like the stools you can sit on. Yeah, yeah, cool. Красивый тоже кактус. Подняться хочу наверх до мельницы. Поднялась на мельницу. Тут ничего особенного такого нету. Запуск мельницы получается. Все, что находится за забором. Люди водку делают. Кактусы выращивают. Сколько их?